Новые социальные объекты, благоустройство и планы на будущее. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков встретился с жителями поселка Лесной городок. На встрече также присутствовал коллектив Федерального научного центра овощеводства. Мы обсудили работу депутатскую в рамках работы Дмитрия Аркадьевича Голубкова, который отчитался за 2022 год. Также я отчитался о своей работе в рамках уже Одинцовского городского совета депутатов. Вот. Мы рассказали о тех мерах поддержки, которые выполняем на уровне нашего муниципалитета и Московской области. Парламентарий поблагодарил сотрудников предприятия за профессиональный подход к своему делу. Вы закладываете основу продовольственной безопасности нашего государства, разрабатываете важнейшие решения, важнейшие технологии, которые будут способствовать обеспечению продовольствия. Одной из важных тем встречи стала модернизация водозаборного узла в поселке. Работы начнут в следующем году. Реконструированный ВЗУ решит многие проблемы жителей. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».